гостях у программы «Говорим о главном» бывший пресс-секретарь Министерства обороны Армении, военный эксперт и аналитик Арцрун Ованесян. Здравствуйте, господин Ованесян. Здравствуйте. Недавно вышел второй том вашей книги «Военное искусство». О чем вкратце эта работа? И в чем актуальность подобной книги для современной Армении? Трудно говорить вкратце о книге в двух томах, которая написана примерно 10 лет. Я над книгой работал 10-12 лет. Реально, начиная с 2008-2009 года, когда я еще служил в войсках. На данный момент книга в двух томах. Первый том называется «Воздушное превосходство». Почему именно первый том так назывался? Потому что я предлагал, еще не начиная уже работу, мое мнение о будущей войне было таково, что я думал, что воздушное превосходство главнее всего. Как вы видите, прошедшая война, она так и показала, что наш противник, наши противники даже, можно так сказать, воздушное превосходство решили в воздухе, применяя новые средства, и тем самым, значит, обеспечили себе победу на земле. Вот поэтому первый том назывался так, а второй том, который появился как раз накануне войны, к сожалению, называется «Сухопутный прорыв». Второй том уже конкретно о других родах войск, сухопутных родах войск. Диктование таково, что все в первую очередь зависит от воздуха. В книгах приведены исторические примеры того, что военное искусство меняется. На данный момент в мире идет вообще трансформация. Сейчас трансформационный период вообще-то в военном искусстве, потому что, скажем так, переходный период от 4-го к 5-му поколению войн, а уже в других каких-то передовых странах даже переход от 5-го к 6-му поколению войн. Наша прошедшая война показала, что наши противники применили очень много средств от 5-го поколения. Но в основном и мы, и они в большой части остаемся пока в четвертом поколении, потому что сухопутная часть, очень большие там сухопутные соединения, объединения применяются. Но те технологии, которые они применили из пятого поколения, для них решили основную задачу. На ваш взгляд, какие системные ошибки были допущены за предшествовавшие войне десятилетия в военном искусстве и, в частности, в развитии системы вооружений вооруженных сил Армении? Ну, во-первых, мы в основном, у нас не производим вооружение, мы закупаем вооружение. В основном в России закупаем. Если взять только по части вооружения, чисто по части вооружения, я думаю, что мы ошиблись в основном в том, что мы до конца не поняли суть будущей войны. Ну, скажем, 10 лет назад, 15 лет назад или 8 лет назад, это не важно, но мы не до конца поняли суть войны, никогда не до конца поняли, что вопрос будет решаться в воздухе, что будут применяться цифровые технологии управления, не будет иметь, допустим, большую роль сухопутная боевая техника, типа танки, БТР и БМП. Наши ошибки состоят в этом. Мы не оценили правильно суть и характер, скажем так, на русском военной терминологии звучит так, характер будущей войны. Мы не до конца осознали это. К сожалению, я говорю «мы», потому что я себя тоже считаю таковым, я тоже служил в войсках, мы ошиблись в том, что мы готовились к той войне, которая прошла, а не была впереди. Вот это, если коротко сказать, то главная ошибка состоит в этом. Это по части чисто военного строительства вооруженных сил. Но, естественно, для этого были соответствующие, скажем так, процессы, которые подталкивали к этому. Если очень, скажем так, коротко и основополагающе говорить, то самая основная проблема в стране, в нашей стране, это была проблема образования. Образование в целом, и от которого зависит тоже военное образование, свою часть.
В свою очередь, военное образование, если было бы на большом, на таком реальном уровне, естественно, оно бы осознало характер будущей войны, а если ты осознаешь характер будущей войны, ты заказываешь и, скажем так, закупаешь то вооружение, которое тебе нужно для будущей войны. И ты уже начинаешь заниматься боевой подготовкой на том же вооружении, которое нужно для будущей войны. Ну, это все, это целый цикл. Так что можно очень долго говорить об этом. Господин Ованесян, в Армении после войны развернулась определенная дискуссия относительно направлений реформирования и развития вооруженных сил Армении. Какой, на ваш взгляд, должна быть армянская армия? Какие направления развития в системе вооружений должны быть приоритетными с учетом опыта войны? Война очень наглядно все это показала. Мы хотя бы сейчас должны работать уже над высокоточным вооружением, высокоточными средствами поражения. Это основная часть средств воздушного нападения. Это и те же дроны, о них очень много говорят. Но дроны — это не начало и не конец. Естественно, там есть много-много другое. Высокоточное ракетное вооружение, ракетно-артиллерийское вооружение. Очень-очень важно, скажем так, самоходная гаубичная артиллерия, дальнобойная гаубичная артиллерия, о чем очень мало говорят, потому что это, скажу так, не модно, не трендно. Как сказал один из ведущих экспертов, очень хорошо и наглядно показал, если дрон летит на цель, 10 дронов летят на танк или на командный пункт, у них у каждого есть камера, и камера снимает, как он поражает свою цель. А снятая камерой видеоролик потом выкладывают в YouTube, и это очень становится очень модно, потому что видят все. А как снаряд высокоточный, один снаряд летит к цели и поражает ту же цель, 155 или 152-миллиметровая, скажем, этого никто не видит, потому что на этом снаряде нету камеры. Но сказать, что мало задач выполняет снаряд высокоточный, артиллерийский, простой снаряд, или, скажем, снаряд от смерча, на нем тоже нету камеры, это неправильно. Военное искусство — это не только тренд и ролики, и реклама. Военное искусство — это очень холодные расчеты, это очень высокие технологии, это математика, это физика, это решение, это аналитика. Какие факторы, на ваш взгляд, способствовали поражению армянской стороны в ходе войны? Это очень долгая история. Я думаю, что мы еще годами будем говорить об этом, изучать и изучать. Если очень коротко, скажем так, несколько пунктов перечислить, то, естественно, наша неготовность такой войне, мы очень долго, скажу так, не понимали, наверное, или не хотели идти к этой войне, или, может быть, изначально мы были готовы к уступкам, чтобы решить проблему, а противник упорно готовился к не к уступкам и к не мирному решению, а к захвату этих территорий. Мы целым народом, начиная с руководства до последнего жителя или даже карабахца, который жил там, мы как-то готовились и как-то говорили друг с другом, что мы должны что-то уступить, чтобы проблему решить. А они свой народ, своих детей воспитывали к мести и готовились к войне. Господин Ованесян, многие обвиняют вас в том, что во время последней Арцахской войны вы давали искаженную информацию о ходе боевых действий. Как вы прокомментируете такие обвинения? Ну, я уже несколько раз сказал, что их немного. Вот самая большая проблема то, что люди, искажающие нашу реальность в соцсетях, обвиняют меня в искажении. Это уже смешно. Последние развития, последние события в стране показали, что те люди, которые искажают все это в соцсетях и создают другую реальность, скажу так, интернетную реальность про Армению, она не соответствует действительности вообще. Это очень наглядно показали выборы в стране, это очень наглядно показали процессы, которые сейчас происходят вокруг Карабахского конфликта.
переговоры, все эти, то, что происходит в мире. Так что люди, которые обвиняют меня, они очень хорошо понимают, и я думаю, что основная их часть, которые создают этот процесс, тренд, в чем-то меня обвинить, они очень хорошо понимают, что такое военная пропаганда, что такое информация во время войны. И они бы сделали, если любой из них, будучи, скажем, вместо меня, сделал бы то же самое и без каких-либо, скажу так, продвижения налево и направо, потому что в мире просто другого не существует. Во время войны пропаганда имеет систему своей работы, и другого просто невозможно. Можно ли сейчас говорить о мирном сосуществовании армян и азербайджанцев, которые на протяжении 30 лет воспитывались на ненависти к армянам? Как армянин, как военный человек и как историк профессиональный, скажу, в двух своих профессиях, я в это не верю и не верил никогда. Господин Ованесян, прокомментируйте, пожалуйста, требования Баку о заключении мирного договора с Арменией. Скажу так, могут говорить одно, как всегда, а на границе стрелять другое. Они говорят о каких-то мирных соглашениях. Естественно, они считают, что это должно быть выгодно, им эти соглашения. А с другой стороны, каждый день идет стрельба на границе. Летают беспилотники, сбиваются они, беспилотники, уже несколько раз. Так что я верю в силу нашей армии, ничего больше. Спасибо, господин Ованесян, за нашу встречу. Надеемся на новую встречу с вами. Спасибо вам. Отметим, что запись будет доступна на YouTube-канале и Telegram-канале Armenia Today. Спасибо. До свидания.